Вы слышите эту музыку? Мы с вами уже в Молдавии, на строительстве Дубасарской ГЭС. Поднимемся наверх к знатной электросварщице, депутату Верховного Совета СССР Евдокии Сандуб. Но она не хочет сниматься на стройке. Это понятно. Она в комбинезоне и в маске. Вот дома это уже совсем другое дело. Оператору повезло. Он теперь может снять не только Евдокию Афанасьевну, но и ее подруг.